Добрый вечер, господа. Меня зовут Максим. Вы на канале The Quice. Я только что снял ролик про книжный магазин и отдельно хотел бы рассказать про американские учебники. Для меня эта тема очень интересная, потому что у меня маленький ребенок, и я уже сейчас задумываюсь о будущем, об обучении и, собственно говоря, где и чему будет учиться ребенок. Учитывая огромное количество разных негативных отзывов про Америку, которые я получаю со стороны разных патриотов, я хочу задать один единственный, но принципиальный вопрос. Давайте отбросим стоимость жизни, давайте мы отбросим стоимость бензина, давайте мы отбросим политическую ситуацию. Давайте мы просто зададим вопрос «будущее». Будущее для детей в контексте обучения. Все мы знаем, что в России обучение уничтожено полностью. Сейчас ввели ЕГЭ. Я сейчас читаю кучу материалов про результаты тотального диктанта, читаю результаты о безграмотности абитуриентов, которых набрали на факультет журналистики в МГУ. Это чудовищно. Это крайне чудовищно. Современные российские учебники ко мне в руки еще не попали. Я смотрел только какие-то избранные кусочки. Но определенную картину для себя я уже сложил. С другой стороны, официальная пропаганда утверждает, что в Америке крайне низкий уровень образования и все очень плохо в образовании. Все это конкретная ложь и лажа. В Америке существуют школы, куда ваш ребенок, даже если он иммигрант, то есть приехал с родителями, у которых нет грин-карты, и пока родители ожидают оформления документов, может сразу ходить в школу. Мгновенно сразу ходить в школу и получать такое же качественное образование, как и американские дети. Частные школы отличаются от государственных только тем, что в частных стоит преподаватель, который четко там вдалбливает ребенку, чтобы он не отвлекался на какие-то посторонние вещи. В государственных, если ребенок хочет учиться, он учится, если он не хочет учиться, он не учится. Примерно то же самое, как у нас было при Советском Союзе. Начнем с учебника астрономии. Вы, наверное, уже забыли, что это такое, потому что в школах у нас астрономию в России уже отменили давно. У нас сейчас вводится закон Божий. У нас закон Дарвина отметается как неугодный РПЦ. И, соответственно, у нас скоро в школах будут учить, что Земля стоит на трех слонах, киты стоят на черепахе, и все это плывет в океане. А вот этот учебник американской астрономии. Значит, кто учился при Советском Союзе, помнит, что советский учебник был приблизительно в половину формата и тоньше в два раза. А вот этот американский учебник астрономии. Я с немалым любопытством его пролистал. Потому что я в детстве ходил в планетарий, читал книжки Зигеля, мне это было крайне интересно. Да, тут еще есть такая вот фишечка. В конце в учебник вложен интерактивный CD-ROM, вы можете вставить его в компьютер, загрузить какие-то программы, тут еще система обучения, что-то интересное там. Я, к сожалению, не могу вставить, потому что у меня Macintosh, а здесь под Windows рассчитано. И вот такой вот замечательный иллюстрированный учебничек. Первое, что бросается. Очень классная полиграфия и очень просто подан материал. То есть вот весь курс астрономии и даже больше того, что было при Советском Союзе, здесь рассмотрен. Качество иллюстрации просто отменное. Здесь не поскупились на полиграфию. Нашли самые интересные фотографии из телескопа Хаббл, из других телескопов, из Вояджера. Все, что находилось доступного для создателей учебника, они все это сделали. Сделали качественно классные фотографии на отличной полиграфии. В конце каждого топика идут контрольные вопросы, которые надо ответить, то есть для закрепления материала. То есть это очень хороший и очень качественный учебник, который достаточно подробным языком все это описывает. Идем дальше. Это вторая часть астрономии. Вы когда-нибудь такое видели? То есть это была первая часть, а это вторая часть астрономии. Для тех, кто хочет более глубоко изучить этот предмет. По толщине в полтора раза толще. Пожалуйста, это кто хочет углубленно изучать. Тоже качественная полиграфия, иллюстрации, очень хорошо подан материал. Идем дальше. Химия. Вот это вот учебничек по химии. Тяжеленький такой. Толщина.
Вспомните, у нас был учебник неорганической химии, по-моему, 8 класс, 9 класс, 10 и 11, 4 учебника. Значит, и если ты что-то забыл из прошлых курсов, соответственно, ты очень долго напрягал свою память, пытаясь это вспомнить. Здесь все собрано в одном учебнике, как это должно быть. То есть фундаментальное, нормальное издание, хотя оно сделано для школьников, очень просто, очень все интерактивно и просто сделано. Значит, давайте мы полистаем. Вот, пожалуйста. Прямо с самых азов. Вот у нас прямо самое начало. Буду перелистывать. Все предельно просто для школьников. Это наступительная часть здесь идет. А вот пошло, собственно говоря, изучение. Вот у нас таблица Менделеева. А вот сделана хитро вот такая вот вставочка прозрачная. Значит, сразу вы накладываете и видите, где у вас металлы, где у вас галогены, где у вас что. То есть вот так красочек наложили, и все очень просто. То есть люди, которые составляли учебник, четко понимали, что они хотят добиться. Ну и дальше смотрим. Значит, все здесь разобрано на интересных примерах, чтобы заинтересовать школьника. То есть, вот, грубо говоря, если мы изучаем вопрос о окислении металлов в кислотах, то есть здесь рассматривается пример, как кинуть там центовую монетку, там, и что с ней произойдет, если она полежит в кислоте, там, какие пройдут реакции, и, соответственно, дальше идет формула и так далее. Очень интересно решена проблема с расчетом формул. Многие не сразу понимают, как эти формулы рассчитываются, поэтому в примерах здесь, вот, где идет, здесь прямо сразу зачеркнуто в этой формуле, где примерно расчет идет, чтобы школьник понимал, как эта формула рассчитывается, где мы убираем исчислительный знаменатель лишние компоненты, что в результате мы получаем. То есть, и тут этих примеров очень много. Я, к сожалению, химию проходил очень давно, поэтому многие вещи уже подзабыл. Опять же, подходим мы там к каким-то циклическим углеводородам. Здесь не просто какой-то пример абсурдный там, а там идет процесс. Вот смотрите, вот фотография Space Shuttle, которая летит. У него используется в качестве топлива диметилгидразин. Вы знаете, что это такое? В школе там этого не рассказывали. А здесь вот рассказывается, вот диметилгидразин используется как компонент ракетного топлива космического корабля, приводится его формула, а дальше идет задание. Посчитайте там что-то вот с этим делом. Согласитесь, любой бы школьник бы, советский бы школьник бы, если бы ему предложили примерно такой же пример, с удовольствием бы сел бы и попытался бы с этим разобраться. Ну и, соответственно, например, вот какие-то цикличные ароматические углеводороды. То есть, вот пример тут был с кроссовками. Почему пахнут кроссовки, что с этим получается и так далее. То есть, учебник крайне интересный и крайне любопытный. То есть, даже если вы что-то забыли, вы можете пролистать назад, посмотреть, что там было раньше, и потом опять вернуться сюда. То есть. Ну и конец учебника, он просто у меня вызывает умиление и восторг, потому что... В конце здесь, конечно, уже другой уровень. Это не 10-й, не 11-й класс даже школы СССР. Я считаю, что это уже начало институтского курса. Вот. Потому что здесь все очень достаточно серьезно. Тут уже переходим к биохимии. Вот. Вот. Это вот, вот такой вот у нас учебничек. Что-то у нас еще есть. Физика. Вот такой вот толстый учебник. Тоже все в одном. Начинаем с классической ньютоновской физики. Потом переходим к электротехнике и магнетизму. Рассматриваем все эти нюансы. Вот это вот мы всю ньютонскую еще физику рассматриваем, все нюансы. Вот. Опять же, это у нас здесь потоки, турбулентность. Из школьного курса советского турбулентность была вычеркнута, по-моему, в 79-м году, ее уже больше не было в учебниках. Вот. Термическая физика. И также все на очень хорошей бумаге, с очень хорошей полиграфией, с очень подробным рассмотрением всего материала. Вот у нас оптика пошла. Все это здесь рассматривается. Если вы что-то забыли опять в конце учебника, перелистали назад, вернулись и смотрите, что у вас там делается. И, наконец, математика. Вот это вот у нас учебник алгебры. Тоже вот такой вот толстый. И также все фундаментально здесь рассмотрено. Вот. Все полностью вот. Алгебра предмет сложный, поэтому я не буду людям голову забивать ей. Вот, а теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос.
где система образования лучше, а где система образования хуже. И где бы вы хотели, чтобы учился ваш ребенок. Вот. Оставайтесь с нами на канале, смотрите за анонсами, принимайте участие в розыгрышах и конкурсах и подписывайтесь на канал. Удачи!